У регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов новый директор. Им стал бывший сотрудник администрации Ковровского района Сергей Маевский. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Владимирской области. С сентября 2020 года до середины ноября 2022 фонд возглавлял Владимир Новиков. До своего назначения он являлся главой Лакинско-Собинского района. На этих кадрах нашего телеканала он как раз выступает в роли градоначальника. После же ухода с поста руководителя фонда его обязанности исполнял Сергей Гудков. Информация об этом все еще фигурирует на сайте ведомства. А вот новый гендиректор занял свой пост в результате победы в конкурсе на замещение вакантной должности. Как сообщают в Белом доме, Сергей Маевский родился в 1987 году в поселке Талице Ивановской области. Последнее время работал в администрации Ковровского района. Закончил Московский институт государственного управления и права по специальности юриспруденция. Прошел профессиональную переподготовку по программам экономика и промышленное и гражданское строительство. Работал в администрации Южского городского поселения Ивановской области и города Коврова в Ковровском районном учреждении по земельным отношениям. С 19 по 23 годы заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района. Женат, воспитывает двоих детей.